Улицу Ленина перекроют 19 июня. Речь идет об участке дороги от Ленинградской площади до улицы Короленко. Об этом рассказали в компании «Идеалстрой». Она начала работу по благоустройству второй части улицы. Отмечу, что в районе Ленинградской площади сейчас готовят основания для дальнейшей укладки плитки. Там перекрыли одну полосу. Идет обустройство электролинии для троллейбусов. Кроме того, будет оборудован дополнительный поворот с улицы Масленникова на улицу Ленина в сторону Омского водоканала. Перекрытие самой улицы Ленина будет вестись по участкам от перекрестка до перекрестка. При этом с сохранением сквозных проездов. Отмечу, что здание и подземный переход реконструировать не будут, так коммуникации заменят за счет собственников. Речь идет только о ремонте дорожного покрытия, о замене ливневой канализации, о переустройстве контактной сети и линии наружного освещения. То есть зданий мы не касаемся. Что касается зеленых насаждений, то их количество, ну, по крайней мере, не уменьшается. То есть по текущим задачам мы должны высадить порядка там, 19 крупномеров дополнительно.